Братья и сестры, слава Богу! Мы сегодня сидим на этом месте, и мы можем радоваться тому, что наши дети прославляют нашего Бога. Мы можем сегодня радоваться тому, что сегодня есть эта возможность слушать, как дети прославляют Бога. Братья и сестры, у нас есть сегодня большое благословение. Это второе воскресенье подряд, это прославлять нашего Бога. Это рассуждать о том, что Он сделал для нас. Мы можем сегодня рассуждать, что Бог, Он заплатил дорогую цену. И сегодня мы каждый свидетели тому. И сегодня возглашаем то, что Христос воскрес. Что Христос воскрес, и Он дал нам вечную жизнь. Сегодня восклицают сегодня люди на этой земле, будучи даже неверующие, не познавшего Христа. Но когда ты с Ним начинаешь разговаривать, когда ты начинаешь к Нему подходить, Он отвечает, что воистину воскрес. Сегодня каждый человек, он знает, что есть праздник Пасхи, что в этот день приветствует, что Христос воскрес. И люди, они отвечают, что воистину воскрес. Но сегодня стоит перед нами вопрос, а действительно ли мы имеем ли общение с нашим живым и истинным Богом? Сегодня ли имел я утром сегодня общение с тем живым Богом, о котором мы сегодня говорим? О том, которого мы сегодня свидетельствуем, о том, как мы отвечаем, что действительно, воистину Он воскрес. Стоит ли у нас сегодня этот вопрос, рассуждаем ли над Писанием, что сделал для нас Христос, и как часто мы имеем общение со своим живым и истинным Богом. Братья и сестры, праздник дан для того, чтобы мы рассуждали, для того, чтобы мы вспоминали, какую дорогую цену заплатил за нас Христос. Когда мы уверовали, когда мы пришли перед нашим Богом и попросили у Него прощения, мы начали служить Богу, но это только начало. Это только начало для того, чтобы следовать за Иисусом Христом. На прошлое воскресенье брат Василий, он говорил интересную проповедь о царе, о том, что пришел Иисус Христос и то, что Он был царем, и это была Его вина. Ему сделали это виной, что Его возгласили царем и распяли. Его возгласили, чтобы Он был умер за нас, царя. Но вы знаете, читая место Писания, я хотел продолжить. И я хотел бы рассуждать сегодня, посмотреть коротко на некоторые моменты. Если мы сегодня признаем, что Иисус Христос есть Царь, и то, что Он сегодня живой и истинный, и мы Ему поклоняемся, есть ли у нас внутри это великое благословение, склонясь перед Ним, ощущать Его присутствие, читая Слово Писания, вникать в Писание и понимать, что действительно все Писание говорит о том, что есть Бог и то, что Он живой. И мы сегодня в этом пребываем, или же мы сегодня в этом не пребываем? Сегодня уже брат Данил говорил, что если мы сегодня принимаем Иисуса Христа, и если мы исполняем волю Его, то мы живы в Нем. А если нет, то напрасно мы приходим на это место. Напрасно мы трудимся и делаем что-то, если в нас Христос не живой. Если мы сегодня не восклицаем и не прославляем Бога, не имеем с Ним общения, и не вникая в Писание, не подтверждаемся, и вера наша не укрепляется, то нам нужно сегодня посмотреть на это. Как я уже сказал, что Иисус Христос распяли за то, что Он был царем, за то, что Он пришел на эту землю. И я бы хотел сегодня прочитать одно место Писания и об этом порассуждать. Это записано Матфея, 5 глава, с 1 по 3 стих. «И когда Иисус и увидел народ, Он зашел на гору, и когда сел, приступили к Нему ученики Его, и Он, отверши уста свои, учил их, говоря, блаженные нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное». Братья и сестры, рассуждая над этим местным Писанием, я увидел некоторые моменты. Чтобы познавать Иисуса Христа, чтобы узнавать Его, нам нужно признать Его величие. Нам нужно познать, что мы нищие перед Ним, что мы нуждаемся в Нем. Но я хотел бы немножко напомнить, что когда Иисус Христос говорил эту великую проповедь, Нагорную проповедь, Он был этот момент, когда Римская империя, она оккупировала израильский народ. Когда они находились в этом в Иерусалиме,
И когда народ он истаивал, он хотел быть свободным. У них были какие-то переживания, они искали бы того, ждали того, кто мог бы освободить их от ига римлян. И вот в один момент приходит Иисус Христос, и Он учит. И они наполняется вся окрестность о том, что пришел Тот, который учит как-то по-другому. Что пришел Тот, который исцеляет. Пришел Тот, кто дает освобождение. Пришел Тот, кто дает пищу. И о Нем наполнилось. И люди начинали искать Его. Люди начинали окружать и искать, где бы сегодня был Иисус Христос, чтобы нам туда прийти. Чтобы нам послушать о том, что Он сегодня говорит. Это записано в Матфея 4 глава, 23 стихом. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагоге их и проповедуя Евангелие Царства, и исцелял всех больных и всех немощных в людях». И там дальше говорится, что они искали, где находится Иисус Христос, чтобы услышать. Они думали, что пришел тот царь, который сегодня освободит их от ига римского, который даст им пищу, а тот, который будет их разворчевать. Они ждали его, они искали его, они хотели пребывать с ним. И вот однажды, когда уже он увидел народ, он взошел на гору, он начал говорить каждому из них. И тут какое глубочайшее удивление для народа. Иисус Христос, Он не призывает их брать оружие. Он не призывает их брать коалицию. Он не начинает свергать царя или как-то приветствовать, чтобы люди взяли, сгруппировались и пошли убивать римлян. Нет, но первое, на что Он обращает внимание, Он говорит, если вы хотите быть в Царстве Господнем, будьте нищими. Будьте такими, чтобы вы могли войти. Будьте такими, чтобы я мог на вас посмотреть и дать то, что вы вынуждаетесь. Он не призывает сегодня кого-то обращаться, если не по моему мнению что-то случилось. Давайте создавать какие-то коалиции и будем идти с нами, Господь. Но Иисус Христос, обращаясь к каждому из нас и к еврейскому народу, что Он обратился? Он сказал, будьте нищими. Ибо вы будете блаженны в этом. Будете вы в этом благодарны. В этом будет у вас радость от того, что вы познали Меня. Почему так Иисус Христос говорит? С учениками ходили, с народом израильским ходили не просто ученики, не просто народ, но с ними ходили еще и фарисеи. С ними еще ходили и книжники. С ними ходили те, которые что-то понимают, те, которые что-то знают, которые старались исполнить закон. Они стремились, они хотели, чтобы облегчить Иисуса Христа, но не находили. Они искали, но они ходили и не могли принять, они не могли понять, почему. Почему они не могли принять? Они же понимали закон. Да они же и поступали по закону, они же исполняли закон. Они принимали посты, они отдавали жертву. Они ходили, что народ смотрел, что они останавливались, что они такие набожные, что они молятся. Но почему они не могли принять Христа? Почему они не хотели принять Христа? Потому что они думали, что они поступают правильно. Это записано от Луки, 18 глава, 11 стихом. Фарисей стал молиться сам себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь». Братья и сестры, фарисеи, они исполняли в точности, пытались исполнить в точности закон. Они делали, как нужно омывать руки. Они это исполняли. Они давали жертву. Они приходили, жертвовали чем-то. И вот тут мы видим эту картину, когда входит в храм фарисей. И он говорит, и он встает и благодарит Бога не за то, что он ему дал жизнь вечную. Но он благодарит о том, что он осудил. Он посмотрел вокруг себя стоящего и сказал, я благодарю, что я не таков. Он не мог принять, что он может быть таким. Он не мог принять, что он может быть каким-то грешным. Потому что в глазах его он считал, что он поступает правильно. Он в глазах своих вот этот закон он исполнял и думал, что в этом он будет иметь благословение. Но вот здесь мы видим, что дальше, если мы читаем эту историю, то они ушли осужденные. Мы видим, что когда человек превозносит себя,
Когда он смотрит на себя и думает, когда я исполняю закон, когда я пришел на это место, когда я пришел сегодня праздновать этот праздник Пасху, когда я возвещаю, что Христос воскрес, и отвечаю, воистину воскрес, это не тот повод, что мы имеем жизнь вечную. Это не тот повод, что мы будем сегодня иметь в Царстве Господнем. Это не то, что мы исполняем какой-то ритуал, этим мы спасемся. Нет, братья и сестры. Бог сегодня конкретно говорит к нам, каждому из нас. Если ты будешь нищим в духе, если ты будешь искать меня, если ты будешь отдавать все свое время, познавая меня в общении со мною, тогда ты наследуешь Царствие Господне. Не тогда, когда ты соберешь вокруг себя много людей, и они будут бунтовать против тебя. Нет, он обращается к людям, и он говорит, Царствие Господне. Там, где буду я, может наследовать только тот, который будет нищим. Нищим духовным, осознавая свою ничтожность, осознавая свою то, что я еще не достиг, то, что я сегодня еще могу достигнуть, это познавая Бога. Это когда я склоняюсь на колени, и я не оправдываюсь перед Богом, но я склоняюсь перед Богом для того, чтобы Бог мог бы меня научить. Для того, чтобы Бог меня мог вразумить. Для того, чтобы я имел с живым и истинным Богом разговор. Как часто мы это делаем? Или мы склоняемся сегодня на колени, и мы сегодня оправдываемся и говорим, Бог, я благодарю Тебя, что возле меня стоит тот брат, который поступает хуже меня. Как вы, братья и сестры, вы думаете, сможет ли Бог принять эту молитву? Братья и сестры, Бог это не примет. Но когда мы, смиряясь перед Богом, когда мы с благодарением приходим перед Ним, и мы можем получить это благодать Божью, это когда мы осознаем, что Бог, Он дает нам спасение. Я бы хотел еще прочитать одно место Писания, это от Марка 2 глава 17 стих. «И услышав сие, Иисус говорит им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведных, но грешников к покаянию». Братья и сестры, когда мы смотрим на фарисеев, когда мы смотрим на книжников, они знали закон, они знали то, что как поступать. Но главного они не могли принять, что они грешные и что им нужно спасение во Христе Иисусе. Тот, который пришел и который сегодня мы исповедуем, что Он живой. И они этого не могли принять. И вот здесь мы видим в этом местописании, что Он пришел не праведникам дать, а тем, которые жаждут. Те, которые осознали свои грехи, те, которые осознали свою неправильную жизнь перед Богом, те, которые пришли к Нему и, склоняясь на колени, просят прощения. Осознавая то, что Бог говорит в наши сердца, и мы в этом каемся, и Бог, Он дает нам спасение, в этом есть нищета наша. Если у нас сегодня это нищета, если мы посмотрим, что такое нищета, это когда человек осознает, что у него ничего нет. И он ожидает, что кто-то что-то ему бы дал. И он ходит за этим человеком. Вот как Иисус Христос, проповедуя в народе, он говорил, и народ искал его. Он искал его и хотел быть с ним. Почему? Потому что они знали, что только он может дать. Он может дать исцеление. Он может дать врачевание. Он может дать освобождение. И они стремились к нему. Они искали. Они понимали, что никто другой не может этого дать. Они понимали, что только этот человек, это Иисус Христос, о котором мы слышим, Он может дать. Он может дать освобождение. Он может дать исцеление. Он может дать жизнь вечную. И вот Он обращается и говорит, вот эти люди, они могут получить жизнь вечную. Они могут войти в Царствие Божье, потому что они смотрят на себя, что они ничего не могут. Они могут только попросить. Они могут только умолять, и Бог, Он может только дать. Когда я готовился к этой проповеди, вы знаете, всегда тяжело сказать «нищий», тяжело сказать «попрошайка». Но в этом случае, если мы посмотрим с этой стороны, что если я буду как попрошайка перед Христом, я буду нуждаться в Нем, Он будет отвечать. Вы знаете, это грубое, может, слово «попрошайка», я извиняюсь за это слово, но оно подходит сюда. Когда я знаю, что если не Бог, мне не даст. Если я не попрошу, если я не буду стоять на молитве, если я не буду восклицать Богу, взывать к Богу,
Бог не даст, никто другой не даст. И вот здесь-то говорится, что нищим духом – это человек, который жаждет, это человек, который ищет, это человек, который попросит, это человек, который всю свою жизнь и день свой строит вокруг Иисуса Христа. Он строит свою жизнь так, чтобы Христос сегодня действовал в моей жизни. Это он строит свой день не только, когда он приходит в воскресенье, а он строит свою жизнь так, чтобы утром в понедельник, утром Бог говорил ко мне. Вот это есть истинная нищета в Боге. Это и понимание, что сегодня, если я не поищу Бога в молитве, то я не смогу наполниться той благодатью, которую Он приготовил для каждого из нас. Это очень хорошо. Вы знаете, время так бежит, я не буду зачитывать, но вы знаете историю про господина, который захотел сделать большой пир, который назвал много гостей. Он призвал, и люди знали, что в этот день будет какой-то пир. И когда это приступило, когда была подготовка сделана, господин говорит своим слугам, говорит, пойдите и позовите. И те люди стали как-то говорить, я не могу, я купил поле, простите меня, я не приду. Другой говорил, что я купил, он купил стадо, коров, пошел испытать, простите меня. И так люди отказывались. Но потом он говорит, пойдите по улицам, приведите сюда нищих, хромых, убогих, пусть наполнится. И они позвали, и они пришли. Но здесь самая главная суть в том, что если мы посмотрим на духовную жизнь, что когда Бог говорит, приходите на служение, когда вникайте в Писание, когда молитесь, когда ищите меня, потому что время последнее, мы чего-то достигли, мы чего-то понимаем, и мы на это внимание не обращаем. Но когда мы нуждаемся, как нищие в Боге, как в духе, чтобы получить это царствие, мы ищем Бога. И здесь вот эту историю можно очень интересно посмотреть, что были два человека. Один, который что-то имел, и который уже пренебрег, а другой ничего не имел. И он радовался, когда мог. И что, и радовался тому, что его могли позвать. Братья и сестры, это очень интересно. Сегодня я нуждаюсь ли в Боге? Или я сегодня чего-то получил, и я этого достиг, и мне больше не надо? Но Писание говорит, что нам нужно возрастать в Писании. Писание нам говорит, что нам нужно искать Бога в молитве. Нам сегодня Писание говорит, что нам нужно иметь общение в Нем. Исполняем ли мы это? Или мы сегодня как что-то приобрели, и мы можем отказаться от этого. Может быть, мы сегодня поступаем, как эти люди. Пока не проснемся, не откроем интернет, пока мы не узнаем все новости, что происходит в мире, пока мы не сделаем свои дела, а может быть, вечером, 5 минут у меня останется время, чтобы склониться перед Богом и помолиться. Или же мы сегодня, как ищущие Бога, с утра встаем и молимся, и ждем, что Бог скажет нам. Что Бог сегодня скажет и как Он хочет, чтобы мы поступали. Вникаем ли мы сегодня в Писание? Вникаем ли мы сегодня в то, что Бог сегодня говорит нам? В среду я имел общение со своим родственником. Он приехал ко мне домой, мы пили чай, рассуждали. Он говорит, знаешь, время последнее. Я готовился к этой проповеди, и он четко повторил мою мысль. Он говорит, люди сегодня стали в интернете. Они сегодня в инстаграмах, они сегодня в фейсбуках. Они сегодня где угодно, только не в Писании. Сегодня люди забыли, что Бог, Он скоро придет. Бог допускает какие-то потрясения в нашу жизнь не для того, чтобы мы ожесточили сердце, а для того, чтобы мы взыскали Его. Для того, чтобы мы поняли, в чем мы неправы. В чем нам нужно склониться, в чем нам нужно покаяться, в чем нам нужно прийти. Бог не хочет, чтобы никто из нас не погиб. Но Он сегодня говорит, если ты хочешь быть в Царстве Моем, ты должен нуждаться в Мне. Ты должен сегодня искать Меня. Ты сегодня должен углубляться во Мне. Ты должен укореняться в Писании, в молитве. Ты должен это делать. Очень интересное место Писания. Это можно посмотреть на Данила, на царя Давида. Он говорит такие интересные слова. Псалом 362, 2 стих. «Боже, Ты Бог мой! Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя.
По тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безлюдной. Братья и сестры, Давида жизнь была такая. Он был царь. У него было, помимо своих государственных дел, много забот. Но здесь мы видим его посвященность, его искание при Боге. Он говорит: «Бог ты мой. Боже, я к тебе стремлюсь с самого утра. Я взираю к тебе, потому что я жажду. Я жажду иметь общение с тобою». Если мы сегодня возглашаем, что Иисус Христос живой, имеет ли у меня стремление к этому? Ищу ли я Бога, общение с живым Богом или нет? Если я не ищу, то мы становимся как фарисеи, поступая по закону, но забывая благодать Божью. Поступая так, как будто написано, мы так исполняем, но в нас нет живого Бога. Потому что мы не ищем Бога, не изменяемся нашу жизнь в Боге. Мы не стремимся к тому, чтобы познать Бога. Братья и сестры, что же нужно сделать, чтобы начать быть нищим? Это нужно смириться. Смириться перед великим Богом. Прийти перед Ним и прославить Его. Я хотел прочитать Исаия 66 глава 2 стихом. «Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духа, и на терпеющего перед словом, и на трепещущим перед словом моим». Братья и сестры, Бог только начнет работать, когда мы смиримся. Бог начнет работать, когда мы признаем свою нищету перед Ним. И будем искать, чтобы что Бог скажет нам. Братья и сестры, очень интересная история есть Иова. Этот человек был богатым. У него были дети, у него была жена, у него было все. И он приходил перед Богом, и он возносил жертвы, он благодарил Бога, что у него все хорошо. Но однажды у него все он решился. Однажды он все потерял. И помимо этого, он еще и заболел проказой. И помимо этого он заболел проказом. Но мы читаем эту историю, что дальше было, и там было большое благословение, как Бог его вывел, как Бог его благословил. Но почему? Потому что он благодарил Бога. И он однажды, и он сказал такие слова, Иова 42 глава 5 стихом: «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». Братья и сестры, он прошел большое испытание. Он слышал о Боге, и он благодарил Бога. Но когда это все закончилось, он говорит: «А теперь глаза видят меня, тебя». Вот теперь он познал Бога. Вот теперь он увидел Его. Вот он увидел, какой Он великий, что Он делает в его жизни. И благословил Бог его. И еще на одно внимание я хотел бы обратить это на то, что мы не должны оправдываться самоправедностью. Это как когда мы чего-то достигли, когда мы чего-то сделали, и мы думаем, что мы лучше кого-то, мы поступаем так. Но Филиппийцам 3 глава 4 стихом написано, это апостол Павел сказал такие слова: «Хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисеев, по ревности гонитель церкви Божией, по правде закона не порочен. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почитал щитою, да и все почитаю щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отрекся и все почитаю за ссор, чтобы пребывать Христос, чтобы приобрести Христа и найти в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Братья и сестры, мы много раз читаем это местописание. Мы много раз мы можем видеть, но апостол Павел, он здесь вначале начинает такие слова. Он говорит: «Если я могу и оправдываться, только это я». И он приводит такие характеристики, что он еврей, что он учитель. И я думаю, что у него был какой-то авторитет в народе. Я думаю, что он с ним какое-то время считались. И он делал что-то. Но когда он встретился со Христом, он сказал: «Все это для меня ничто.
Но единственное то благословение – это познавать волю Божью. Это искать Его. Братья и сестры, друг дорогой, чего сегодня мы достигли? Чем мы сегодня оправдываемся? Но мы сегодня должны пребывать во Христе Иисусе. Сегодня мы должны нуждаться в Нем, искать лица Его, дабы прибыть нам в Царствие Божье. Если же мы будем сегодня оправдываться своими делами, то мы никуда не дойдем. Мы ничего не достигнем. Но когда мы, смиряясь перед Богом, ищем Его волю, ищем Его благословение, ищем то, что Он хочет сказать каждому из нас, мы имеем в этом благословение. Как хорошо, когда Христос говорит, как я тебя люблю, как ты поступаешь хорошо, но тяжело слушать, когда Господь говорит, а вот здесь тебе нужно посмотреть на себя, а вот здесь ты должен обратить внимание на себя. Что я делаю? Принимаю я или нет? Согласен я сегодня быть нищим духом, дабы достичь Царствия Божьего или нет? Или сегодня то, что я достиг, мне этого достаточно, как те люди, которые отвергли прийти к Господину на пир? Или мы те люди, которые сегодня, если бы нас позвали, мы готовы идти? Или мы те люди, которые мы с утра встаем и имеем общение со своим живым Богом, то мы сегодня будем благодарить Бога за это. А если нет, то у нас есть это время еще, пока время последнее, встать, посмотреть на себя, вникнуть в Писание и взыскать Бога. Да благословит наш Господь. Мы сейчас помолимся. Молимся. Отец.